Всем привет, ребята! С вами я, Марк, и вы на канале 242. Сегодня стартовала новая акция в Дикси под названием Клиперсы. Вот такие вот пакетики. Это вот такие вот маленькие штучки. Да, это из шорца. Я снимал. Такие маленькие штучки. Клиперсы — это такие маленькие штучки. Я один раз паковал. Которые можно стрелять в Крокса, там обувь Крокса, это специальная обувь, он у меня там за кадром, она стоит. Там наподобие, только чуть-чуть побольше, они побольше, да. Вон, мамы, ой, оператор сейчас принесет, вот такого плана. Да, это уже большие, да, вот. Сейчас вытащу. Сейчас надо вытащить. В общем, вы поняли. Так прикрепляется. И все такое. Ничего страшного. Можно так еще прикрепить будет им как-нибудь. Вот поставлю вот сюда в коллекцию. И есть браслеты три разновидности. Зеленые, белые, оранжевые. У меня все есть. Сегодня их всех откроем. Мне кажется, я тут нащупал два клики. Как это называется? Клиперсы. Два клиперса в каждом я нащупал. Походу, это такая фишечка. Вот, браслеты можно купить за 9 рублей, если у вас есть карта Dixie. А так можно купить просто так за 19. Это один браслет стоит. А сами пакетики с клиперсами стоят 49 рублей. Да, один пакетик. 49 рублей. Можно несколько чупиков купить. Ладно, да, с клиперсами сегодня. Давайте откроем браслетик. Мне даже интересно, как он выглядит. Открываем. Это не клиперс, это застежку. Я почувствовал. Жалко, я думал, уже положили все-таки. А это, оказывается, застежка. Я думал, это клиперсы, точнее, два клиперса, когда щупал. И еще чуть не забыл. Можно получить клиперсы поштучно за 600 рублей в чеке. В принципе, так. Давайте беленький откроем. И сейчас потом как-то прикреплю. О, белый красивый. Он беленький. Разновидность белая. И давайте оранжевый и прикреплю. Открываем. Кстати, сейчас прошедший Пасхой. Вы отмечали Пасху или нет? Хотя все отмечают по лайке-то. Оп. Все это положили. Давайте к зелененькому прикрепим. Как-то уже зеленый. Мне кажется, почему-то сложновато его будет креплять. Так, сейчас. О! Прикрепили! О! Так это по типу Чебурашки. Помните акция Чебурашки? Не помню уже, где у меня лежит, но наподобие. Тоже прикреплять надо их будет. А если можно пересадить? Интересно, попробую. Ну что, давайте приступим к распаковке. Точнее, к самой интересной рубрике. Их в коллекции всего 27 штук. Давайте откроем. Надеюсь, повторок сегодня не будет. А если там Чебурашка? Сожалею, ладно, уже повторки начались. Было вот так вот. Так, наверное, надо будет как-нибудь потом на Чебурашку опыт поставить. Попробовать прикрепить. Ой, их можно вот так. Не, ночью я буду стать, они сейчас придут. Новый пицца. Пепперони. Ну не пепперони. Какая-нибудь пицца. Я буду по цветам примерно пытаться. Вот так вот их по сторонку. Оп, давайте дальше. Пакетик. Кто же? А это что такое? Это мы положим на белый. Мне кажется, или они как-то все, по цветам более. Потому что он и белый, он и зеленый, он оранжевый. Может, это что-то и заключается. Ладно, не буду делать. Открываем. О, ракета!
Еще был праздник недавно, 12 апреля. Напишите в комментариях, какой праздник. Кто помнит, мне интересно. Правильный ответ я скажу в течение ролика. Открывай-ка. Кактус уже повторки. Халикоптер, халикоптер. Так, давайте дальше. Интересно, а если я соберу, там, допустим, 5 штук? Вот нормально. Раз, два, три, четыре. Все 5, скорее всего, соберу, а вот если все эти не повторки будут, это будет классно. Так, да, давайте дальше. Оп. Открываем. Это новый! Якожесть редкого, Дикси, мне кажется, это редкий. Кто знает, это редкий или нет, напишите, пожалуйста. Я просто не знаю, это редкий или нет. И вот, 12 апреля, это день космонавтики. Вот ответ правильный. С прошедшим праздником. Опять? Это точно? Мне кажется, он редкий. Может, считать Дикси. Знак Дикси и то же самое, как в акции. Сейчас вспомню. Акция Скрипши. Вот. Скрипши акция. Там то же самое. Помните, там типа магнит. И в акции Треснутая, по-моему, тоже Д там было. Она выпадает ромашка. Там вообще во многих акциях, даже сейчас не вспомню. Вот, все пакетики закончились. Я даже думаю, завтра в школу пойду с каким-нибудь из скрипперсов. Да, скрипперсы. Сейчас забываю название. Хотел сказать стикерсы. Помните, собирали стикерсы? Похоже, кстати, название. Вот, наверное, прикреплю и пойду завтра в школу какому-нибудь из них. Ну, а с вами пока что мы будем прощаться. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока!